Что делать? Или решаемых, или вообще не нужно. Да-да, доливайте. Да, умненько, это правда. Давайте я долью, вот здесь, вот есть. Уже было. Да, очень хорошо. Спасибо большое. Перед началом. Здравствуйте, меня зовут Екатерина Павличенко, и вы смотрите онлайн-трансляцию телеканала «Санкт-Петербург». Вы сейчас можете посмотреть нас прямо на сайте и во всех социальных сетях, если вас интересует тема нашего разговора. Наш сегодняшний гость Лев Абрамович Додин, художественный руководитель Малого драматического театра, и с ним мы будем говорить о премьере, которая состоится буквально через час с небольшим, да? Да. Через час с небольшим. Лев Абрамович, что это такое? Я так понимаю, что это не просто премьера, это начало нового фестиваля городского. Да, это такое начало фестиваля театрального, связанного только с нашим театром. Может быть, можно сказать, что это начало цикла, потому что это спектакли, которые будут рождаться в течение сезона, а скорее всего двух, а может быть трех. Это зависит от того, как будет получаться, какие будут силы и что мы будем находить. Мы называем этот фестиваль фестиваль исследования, фестиваль спектаклей, фестиваль исследования, потому что в основе их лежат не пьесы, не книги, а лежат истории. Истории, которые мы пытаемся исследовать. И по поводу которых мы набираем довольно много разнообразных материалов. Цикл называется «Да не судимы будете». Но понятно, что это окончание библейской мысли «Не судите, да не судимы будете». Но так длинно, а «Да не судимы будете» как бы и так понятно. Тем более, что вторая часть... Он кажется важнее. Кому это обращение, извините, я перебью? Это обращение ко всем. Может, прежде всего, ко времени. Это попытка проанализировать или прикоснуться к анализу истории отношений, природы отношений, произведения, художественного произведения, и тех, кто его воспринимает. Отдельные люди, отдельный читатель или отдельный зритель, коллеги, власть, общество, участие в этой судьбе самого автора, потому что очень часто эти судьбы расходятся. И мы часто соединяем отношение к произведению, к книге большой, скажем, с отношением к автору. А это часто очень разные вещи. Мы считаем, что там в случае, если что-то не так, виноват автор, а на самом деле виновато произведение, которое, если оно великое, оно всегда больше даже самого великого автора. И у нас часто есть представление, сегодня этот вопрос, мне кажется, довольно животрепещущий. Правда, он всегда стоит в плоскости все-таки отношения творца и общества. И этим творца, власти. Это очень сегодня важно и интересно. Но мне кажется, что в такой постановке вопроса проблема сужается. И нам хотелось рассмотреть историю вопроса. Поэтому почему цикл? Для нас важно не одно какое-то произведение, и не один автор, а авторы и произведения самых разных эпох, разных стран. Поэтому, если будем живы, и если удастся, хотя, мне кажется, мы уже нашли достаточное количество материалов, следующее исследование будет посвящено Флоберу, скажем, уже секрет раскрывать дальше не будем. Казалось бы, где Пастернак,
где Флобер, где доктор Живаго, где мадам Бовари, но есть некое фантастическое общее на самом деле. Нам всегда кажется, что гонимый автор или произведение только при нас и только сегодня, а все гораздо сложнее. И вопрос суда над творчеством, я повторяю, над творчеством, очень сложный вопрос, который отсюда и название фестиваля. Да не судимы будете, потому что все возвращается бумерангом. Я уж не говорю, что все возвращается бумерангом коллегам, которые чаще всего, между прочим, чаще всего очень трудно воспринимают все новое. Иногда. Это вы про критиков? Нет, коллеги. Коллеги, это по цеху. Это я про авторов. Мы не знаем, то есть мы знаем, но про это сейчас не будем. Но я думаю, что широкий круг читателей не знает, как отнеслась доктору Пастернаку, скажем, Ахматова или Набоков. И это не безинтересно, мягко говоря, как бумерангом возвращается к обществу, потому что общество гораздо позже понимает мысль, которая заложена, мысль, чувство, предупреждение, а искусство, на мой взгляд, особенно большое, значит, большая книга, большая музыка, большой театр, всегда только кажется отражением того, что происходит сейчас или происходило раньше. На самом деле это всегда предсказание, это всегда пророчество, это предвестие, даже если анализируется что-то, что было давно. Мы, как современники, чаще всего этого не понимаем. Мы вообще к художественным, мы, может быть, верим астрологам иногда, но художественным пророчествам мы верим гораздо меньше, а еще точнее мы их не умеем читать. Вообще вот эта способность. Но мы еще знаем теоретически вроде, что чтобы понимать музыку, нужны какие-то навыки, нужно хотя бы навыки музыкальной грамоты или просто опыт слушания. А что мы не умеем читать литературу, даже самые читающие, потому что большая книга, большое произведение всегда открывает что-то новое, всегда нарушает некие табу моральные, нравственные, общественные, государственные и формальные. То есть всегда нарушает некие табу языка самого искусства, тем самым открывая и новый язык, и расширяя возможности языка искусства. Поэтому, скажем, это очень для меня личная тема, если честно говорить, потому что я сам, будучи юным, молодым, во всяком случае, менее взрослым, чем сегодня, вспоминаю очень много своих безапелляционных суждений, иногда их высказывал, иногда не высказывал, это другой вопрос, которые с годами абсолютно менялись на противоположное, потому что я понимал, что я просто ничего не понимал. И это нормально, это связано, для молодости. Но ведь в молодости мы наиболее готовы к суду. Мы наиболее готовы к суду в молодости, мы наиболее готовы к суду в старости, во взрослом возрасте, когда нам кажется, в молодости нам кажется, что мы знаем, во всем разбираемся. И в старости. В старости нам кажется, что мы знаем и во всем разбираемся. А в среднем возрасте мы просто уверены, что поскольку мы были молодыми и будем старыми, то мы тем более во всем разбираемся. Знаете, поэтому скажем, та же история, тот же доктор Живаго, я очень хорошо помню, как 58-й год, мне было 59-м, я, наверное, в 59-м, 60-м, мне передали рукописанную в самоиздате, книгу доктора Живаго, мне было 15-16 лет, я ее читал ночами на прозрачной бумаге, это было не очень удобно, мягко говоря, но я ничего не понял. Ну, в 15 лет, конечно, еще. Нет, я был, 15-16, я был начитанный юноша, знаете, но я
не понимал ни смысла. Я просто знал, что так писать нельзя. И так люди не разговаривают. В привычной мне и большой литературе так люди не разговаривают. Я с трудом воспринимал этот язык. Я знал, что так нельзя писать об Октябрьской революции. Почему? Потому что я много читал книг об Октябрьской революции, в том числе считающиеся великими к тому моменту. И я как бы знал, что это за революция, какая как она происходила и какие плоды она принесла. Ведь очень, то есть в этом смысле, в отношении истории литературы, в отношении другого, это было не так. Я был довольно хорошим учеником. Понимаете, я думаю, что и сегодня, когда целый ряд, кто-то иногда утверждает, так не было, так не может быть, это утверждают прежде всего хорошие ученики. Потому что так, в школе, потом в институте, как они получили? Сдавали все на пятерке. Как научили, да. Сдавав все на пятерке, они помнят, у меня правильно. Я знаю, как это было в истории. В истории это было так, как то, за что я получил пятерку. И сегодня, но я даже не могу сказать, что мне стыдно за то свое восприятие, потому что оно было восприятием возраста, опыта и главное, конечно, времени. И вот так с годами это становилось одним из любимейших произведений, одним из любимейших книг. И каждый раз, вот сейчас, участвуя в рождении этого спектакля исследования, я обнаруживаю все новое, и все то, что я не замечал, и все то, что я не понимал. И, конечно, читать очень многие отзывы современников, прежде всего, в том числе, мы знаем, что травле подвергся Пастернак, так сказать, от лица советской власти. Это очень жестоко и трагично, но это довольно легко объяснимо. Об этом можно рассказывать, чтобы люди не забывали. То есть не забывали все, не просто забыли. Да, никто не помнит ничего. Да, заканчивается «Царение вакханалия», которое было Пастернаком написано в 56-м на кухне. Вымыты тарелки, никто не помнит ничего. Да? Так вот, это можно отнести к очень многому. Поэтому не просто напоминать, а рассказывать. Но история гораздо сложнее, потому что объяснимые отношения, жесточайшие отношения власти, гораздо труднее объяснить отношения больших писателей, умных, больших политических деятелей, самых прогрессивных взглядов. И в то же время, и как это сочеталось с абсолютным приятием романа, с абсолютным пониманием романа. Есть строчки, которые сегодня можно читать, абсолютно с ними соглашаясь. Ну и, наконец, ведь книга живет. Почему еще я так подчеркиваю истории произведения? Мы часто забываем, мы говорим, да, великий писатель, великий поэт Пастернак. Но писатель уходит, творец уходит, творец смертен. А произведение, которое он оставляет, бессмертно. Если это большое произведение. Таких произведений у каждого писателя, у каждого, там, таких сочинений у каждого композитора, таких сочинений у каждого режиссера, таких ролей у каждого актера очень немного всегда в жизни. Одна, два, три. Вот Достоевский оставил три великих книги, но, может быть, 3,5, если считать и «Бесы», более трудно, может быть, более частное по своей проблематике. Это фантастика, это мало кому удавалось. Чаще всего мы говорим об одной какой-то книге. Так вот, автор уходит со своей судьбой, биографией, нам интересно ее изучать, знать, но книга вечна. Спектакль даже вечен, при том, что он, как сказать, вроде бы умирает с уходом его физических авторов, артистов. И все равно в воздухе остается след этого спектакля, а уж тем более музыка, а уж тем более живопись и так далее, и так далее. Поэтому вот мне показалось важным именно не взаимоотношения с творцом,
друг друга и так далее, да. А вот, вот она лежит, книга. Вот ее человек оставил во времени, ушел, а мы с ней мучаемся. И сегодня обсуждение доктора Живаго продолжается. Войдите в интернет и увидите самые разнообразные отзывы. С одной стороны, хорошо, что все-таки читают, хотя не такое большое количество читателей, как хотелось бы. А с другой стороны, спор продолжается, и самые жестокие, я не могу сказать глупые суждения, жестокие суждения, опять, я не могу сказать глупые, потому что я запомнил, вывел для себя истину, несудимы будете. Я ведь тоже имею отношение к тем, кого судят. Поэтому вот очень важно не торопиться с суждениями. Они меняются. И новая какая-то книга или новый спектакль вдруг делает предыдущее открытие уже, как бы сказать, законным. И мы сравниваем это новое с тем, что вчера было новым, и все табу нарушал. Мы говорим, ну как же, вот там же этого же. Нет, это же великая книга, у этого это такой себе не позволял, а тоже писал о любви. Понимаете? Да, а когда книга выходила, тут же говорили, как это, самый ведь предыдущий автор такого себе не позволяли, они тоже писали о любви. Ну, это там, нормальная компаративность, это всегда существует. Да, при смене чего-либо. Мы забываем, мы чаще всего существуем только в настоящем времени. Ну, конечно. А настоящее время, как известно, это будущее прошлого и прошлое будущего. И вот это, и вот понимать это движение, ощущать его, мне кажется, очень интересно. Как вы думаете, Лев Абрамович, почему вообще, в принципе, вот у вас сейчас возникло желание работать над творчеством Пастернака? Вот ваш ученик Леонид Алимов в Театре Комиссаржевской вот только-только выпустил спектакль. Это почему-то очень часто бывает, когда в одном городе, в одном сезоне, практически в один месяц возникает ряд постановок по какому-то одному произведению. Вот как вот мода какая-то. Ну, конечно, это называется не мода, это какое-то явное веяние. С чем оно связано? Это не мода. Я думаю, что идеи витают в воздухе. Почему Пастернак сегодня? Идеи витают в воздухе, и витают в воздухе не просто идеи названий, витают в воздухе темы, эмоции. И, конечно, я думаю, сегодня Пастернак, так жестоко травимый прежде всего властями, я думаю, что прежде всего о нем помнят это, и это, конечно, одна из самых больших трагедий, судимый обществом, которое книгу не читало, я не читал, глубоко осуждаю, так как и сегодня я не видел, но скажу, я не видел, но я слышал, знаете, это, конечно, сегодня, когда вдруг очень много страстей склеснулось вокруг искусства, это очень интересно тоже, понимаете, казалось бы, что может быть дальше от массового общества, чем искусство. Ну, поэтому такая, как в общем, элитарная книга, как доктор Пастернак. В общем, ну, какой-нибудь спектакль, который не такое же большое количество народа смотрит. И вдруг почему-то, как бы сказать, круговорот общественных интересов, ярость общественных интересов, чаще всего ярость, неприятие, вдруг начинают жестокость общественного взгляда вдруг начинает направляться на искусство. И со стороны тех, кто вроде бы этим должен заниматься или занимается, и со стороны тех, кто этим никогда не занимался. Я думаю, как интересно, и, скажем, очень часто вы в эпицентре событий участвует театр. Я вот думаю, вот я вспоминаю, это тема, наверное, для многих не очень известная. В 49-м году огромная, жесточайшая кампания борьбы с космополитизмом, перешедшая в государственный антисемитизм, и, как бы сказать, по сути, очередная волна большого террора. Сегодня они совсем не вспоминают, потому что я помню только об узкой полосе террора 37-го года.
а эти были бесконечные волны этого террора, иногда гораздо более жестокие, чем в 1937 году. Просто в 1937 году уничтожали тех, кто уничтожал до этого других. То есть властные круги. Это всегда забывают, это еще всегда помнится, потому что обидно, когда соседа по власти вроде уничтожают. А когда уничтожают целый класс крестьян, бомбя их с самолета, то идет целая гражданская война, неизвестная в истории России. Это другое дело. Так вот, дело космополитизма началось с дела театральных критиков. Вдруг в газете «Правда» появилась критическая статья по поводу конкретного критика, который до этого был, как бы сказать, одним из главных ценителей. Ну, как, грубо говоря, Немирович подавал ему пальто, когда он выходил из театра. Знаете? И вдруг в 1949 году почему-то он оказался неугоден властям, обществу, и пошло, ну, менее всего профессия, как бы сказать. Я, как театральный человек, могу любить критиков, могу не любить. Но для общества театральный критик – это, ну, самая узкая, как бы сказать, прослойка населения. И вдруг с этой прослойки населения началась огромная политическая, общественная кампания, которая сильно изменила рельеф и пейзаж страны. А потом это перешло на театр, на драматургию и так далее, и так далее, и так далее. И очень многое из того, что, как бы сказать, утверждалось тогда, как ни странно, перешло в сегодняшнее, потому что не, как хоть, если мы не осознали, что ужасного и сугубо неправильного было в нашей истории, в истории литературы, нашей, другой какой-то литературы, в истории, в мировой истории. Если мы это не осознали и не сделали огромные усилия, чтобы и жить, значит, мы обязательно закладываем мину повтора для прошлого. Причем всегда вот, нас учили, Маркс говорил, что история повторяется всегда один раз в виде трагедии, а другой раз в виде фарса. Так вот, мне кажется, что все-таки Маркс и в этом, как и во многом другом, при том, что был сильным экономистом, как сегодня выясняется снова, он был неправ, потому что трагедия повторяется снова в качестве еще более страшной трагедии. Драма повторяется в качестве трагедии. До фарса мы чаще всего не доживаем. Или мы за фарс начинаем воспринимать то, что потом оборачивается трагедией. Угу. И это очень частая история. И я думаю, что не только сама история с Пастернаком, но и суть книги доктора Живаго, который анализирует одну из крупнейших трагедий 20 века, причем одним из величайших явлений и в то же время величайших трагических явлений, которые, по сути, развитие мира, развитие 20 века, развитие цивилизации полностью изменило. И когда Пастернак говорит в письме одном своем, я решены наконец все вопросы, которые вызывали такое волнение, такое сомнение, которые мучили и так далее, он говорит прежде всего о себе, потому что был момент, когда он, как и Блок, призывал революцию, потом приветствовал революцию, потом изо всех сил заставлял себя понять революцию. У него были стихи очень красивые о Ленине, он заставлял писать себя о Сталине. Очень сложно и максимально правдиво, но все-таки он пытался заставить себя понять и принять. Пока вот он не нашел, как он говорит, точное определение того, что мучил. Все названо, говорит он. И вот я думаю, что мы сегодня живем в полосе очередной мировой вакханалии, очередного какого-то мирового, ну, кризис слова банально, некого цивилизационного взрыва, переворота, некого цивилизационного сумасшедшего дома. То есть спектакль нам, не о какой-то локальной истории. Нами это тогда воспринимается как
сумасшедший дом только в нашем доме, понимаете, потому что все-таки дом, ну, близко, в котором ты живешь, он главнее все для тебя. Но на самом деле, если начать внимательно заниматься тем, что происходит вокруг, видеть, что иногда это зеркально с прямым противоположным знаком, но это тоже безумие. И сегодня, когда, скажу банальную вроде вещь, о Третьей мировой войне говорят, как сказать, как само собой разумеющимся, то возникает ощущение, что действительно о прошлой трагедии забыли, возникло поколение, которое не знает, как это было страшно, и которое готово, как это говорится, повторить. Угу. Да? Повторить гибель своих отцов, матерей, детей, это довольно страшная мысль. Но она блуждает не только в нашем российском доме. Понимаете, вот опять, я всегда, когда приводишь примеры, говоришь гораздо, они всегда более частные, чем сама проблема. И я думаю, что, конечно, сегодня, когда очень многое из страшного прошлого, если не возвращается, то переоценивается, или то, что было не оценено, оценивается с самой неожиданной позитивной стороны, когда зло, неприемлемое зло, вдруг начинает постепенно, тихо, ползуче становиться приемлемым, то книга, которая вскрывает трагизм одного из главного зла 20 века, конечно, она становится актуальным, она начинает витать в воздухе. Возникают постановки. Лев Абрамович, а вот то, что в спектакле занято, вот я вижу афишу, артисты старшего поколения, скажем так, вашей труппы, без молодежи в этот раз обошлось. Это намеренное решение ваше? Почему, знаете, так? Это, как бы сказать, знаете, ведь всегда все происходит случайно, а потом ты объясняешь, что это намеренное. Это было решение, художественное решение. У автора чернила кончилось, а потом, видите, как он вовремя закончил, как он оказался лаконичным. И он рассказывает об этом много. Так вот, с одной стороны, вся основная молодая часть труппы, она у нас сегодня довольно большая, включая тех, кто первый год в труппе, занята другой очень большой работой, которую я даже пока не буду называть, не смею называть, потому что она может получиться, состояться, не состояться. Тоже мы проводим своего рода исследование одного большого литературного произведения, чтобы... И если мы найдем что-то для себя важное, мы его сыграем. Или сыграем что-то на эту тему. И поэтому оказалось свободно многие из старшего поколения, включая, скажем, Сергея Курышева, который никогда не доходил до малой сцены, потому что всегда был занят на большую. Значит, такая счастливая возможность. С другой стороны, мне показалось, что это я уже начинаю объяснять случайность, что люди, артисты с опытом и историческим, и человеческим, могут, может быть, с меньшим задором, иногда задор не обязательно, но более спокойно, покой очень важно для анализа, либо спокойно и серьезно рассмотреть то, что мы хотим рассмотреть. Тем более, что у многих из них, для многих из них это личные воспоминания, это личный опыт. Ну да, в свое время эта книга была очень-очень популярна. Ну, конечно. Революционно, скажем так. Да, почему, знаете, она была популярна и в позитивном, и в негативном смысле. Так же, как сегодня, читайте в интернете, никому не советую эту книгу читать. Скверно и скучно, плохо написано, великие авторы так не пишут. Ну, вероятно, писатели, да, писали. Нет. Какая-нибудь Люба Иванова вполне. Вот. И я в данном случае не сочиняю фамилию, она вполне. Возможно, она литературно одарена, мы пока просто не знаем этого автора.
Вот. Лев Абрамович, вот как вы работали над сценарием? Расскажите, пожалуйста, потому что я почитала аннотацию к спектаклю, и текст созданный назван именно сценарием. Да, потому что это не пьеса, тут нет действующих лиц, поэтому мы не пишем, кто кого играет, потому что никто никого не играет. Все, по сути, те, кто они есть на самом деле, артисты, которые это исследуют, пытаются объяснить артистам, что это такое. Ну, вот, все вы сотрудники лаборатории по исследованию истории доктора Живаго. А Сергей Курышев, который вроде возглавляет эту компанию и как-то ассоциируется в сознании кем-то, кого-то с Пастернаком, это просто заведующий лабораторией. Вот он, как бы сказать, конденсирует в себе, концентрирует в себе все основные потоки исследования. А в основе всего лежат документы самые разнообразные. Нас, как это ни странно, меньше всего интересовало, как бы сказать, ну, текст самой книги. Я уже поняла, что вы ушли от него, да, как-то? Он звучит в спектакле, причем именно не читается, а звучит, но опять как некий участник диалога, который возникает в ходе истории. Диалога, прежде всего, документов. И здесь есть, ну, такие довольно известные вещи, как там постановление. То есть, ну, как известные? Сегодня уже никому не известно, как постановление Президиума Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза. И есть малоизвестные из дневника Ахматовой, из дневника Лидии Чуковской, из письма Набокова, из выступления неожиданно уж совсем персонажа, создателя, одного из создателей, руководителя государства Израиль Бен-Гурион, да, я обратила внимание. Что, а рядом эскаваторщик, я так сейчас забыл. Васильцов. Васильцов это тоже, да, реальный. А это реальный персонаж? Абсолютно, нет. Здесь вообще нет ни одного сочиненного слова. Это действительно некий монтаж реальных документов. Из некоторых мы что-то знали, очень многое мы обнаружили в процессе работы. Началось как бы с общей идеи и знания того, что, ну, такая проблема вокруг доктора Живаго есть. А дальше поэтому там и несколько авторов сценария. На самом деле это опять же заведующий лабораторией. Да, там и Валерий Николаевич Гриндеев, который в основном режиссуру спектакля осуществлял, и Игорь Евсеев, наш литературный сотрудник, и отчасти я. Мы собирали эти материалы и часто спорили друг с другом, потому что, ну, нужно ли это, не нужно ли это. Иногда казалось, ну, что-то мы слишком ругаем книгу. Но это не мы ругаем. В этот момент ее так воспринимали самые великие люди. Понимаете? И поэтому нам не книгу хотелось защитить. Книга, мне кажется, в защите никогда не нуждается. Потому что она всех переживет. И сама себя защитит. А вот общество и общественный взгляд нуждается в защите. Не судите, не торопитесь судить. Потом будут судить вас. И этот простой библейский совет, как и все простые библейские советы, они катастрофически забываются, не воспринимаются. То есть мы знаем эти слова, воспринимаем их как цитату, очень мудрую цитату, но ведь ни один завет не воплощается в жизнь, к сожалению. С другой стороны, относительно художественного произведения цитата «Не судимы будете и не судите» – это довольно сложно и сомнительно, потому что все-таки зритель, он всегда нуждается в какой-то оценке своей собственной или сторонней, того или иного художественного произведения, будь то спектакль, роль, живописное произведение. Знаете, это разные вещи. Восприятие, впечатление меня взволновало. Меня не взволновало. Мне не понравилось. Мне
мне не понравилось. Ну, самое банальное. Я возмущен. Я возмущен, это уже другое. Хорошо, меня оскорбило, как сейчас очень. Я задет. Я не задет. Я возбужден. Я не возбужден. Я переживаю по поводу восприятия. Или не переживаю. Это все явление не судебного порядка. Это явление непосредственных впечатлений, эмоционально. На них все имеют право. Но как только возникает «я возмущен», в силу того, что мне это не понравилось, или в силу того, что я не переживал. Ну, я переживал безобразие того, что происходило на сцене. Это уже совсем другое переживание. Уйди с этим переживанием, перевари его, через некоторое время не возвращайся к этой книге, или к этому спектаклю, или к этой музыке, а может через некоторое время вернись, вся новая венская школа музыки, течение музыки не воспринималось, поэтому уйдем, скажем, от литературы, потому что литература всегда основана на словах, по поводу слов возмущаться легче, чем по поводу гармонии. Но это все, я был на концерте много лет назад, где первый раз в Питере исполнялось несколько произведений Штокгаузена. В малом зале филармонии царила паника, потому что пришли ценители, они, это было нарушение всяческих музыкальных табу и всяческих законов гармонии. Но только несколько человек что-то выразили криками, на них все зашикали, потому что все-таки это были люди, желающие воспринять музыку, и несколько человек ушло. Вообще уходить, для профессионала уходить нехорошо. Я в молодости уходил со спектакля, сейчас стараюсь не уходить. А вот, ну, хочешь, уйди в конце концов. Ведь книгу ты всегда можешь не читать. Спектакль ты всегда можешь не смотреть. Ты действительно с него можешь уйти. Книгу отбросить в сторону. Музыку не слушать. От картины отвернуться. Но нельзя резать картину ножом. Нельзя требовать запрета спектакля. Нельзя требовать общественного возмущения по поводу спектакля. Нельзя требовать общественного возмущения по поводу музыкального произведения. Потому что вступают в силу некие совсем другие соотношения. Мы призываем, когда мы говорим судим, то мы призываем закон, некий закон на голову того, кто, и чаще всего не на произведение, а на голову того, кто создал, потому что с произведением мы ничего не можем сделать. Ну, спектакль еще такая вещь, которую можно вроде закрыть, запретить, да, тут есть несчастье. Но книга, даже если она не печатана, лежит в столе и в свое время все равно взорвется. Как бы сказать, сейчас модно стало называть мастера Маргариту не великим романом, а неким, так сказать, маскультом, но я думаю, что это опять история взаимоотношений с произведением. Но там рукописи не горят, это гениально сказано. Да, понимаете, поэтому чаще всего это сказывается на авторе. И с одной стороны, это ужасно, потому что сказывается на живом существе, на его крови, на его сердце и на том, что он еще может создать, и на то, что он никогда не создаст. С другой стороны, как это не цинично звучит, это большая удача, потому что, преследуя Творца, мы с самой книгой ничего никогда не можем сделать. Ее можно сжечь, ее можно, как в случае с Гроссманом, арестовать и ликвидировать. Сам автор только может взять и сжечь свою рукопись. Это другое дело. Ну, можно сжигать книги, как сжигали в Третьем Рейхе. Как иногда что-то сжигается. Во времена интернета это сегодня невозможно. Но даже до интернетовской времени книги сохранялись. Да. Знаете, и сохранялись и в самой Германии под подушками, и так далее, и так далее, и так далее. Это неуничтожимо, так же, как музыка.
не учтем. Сегодня Стокгаузен по сравнению с новой музыкой уже традиционалист, фальшивый классик. Это все не судите. Согласитесь, это очень быстро происходит, вот эта вот перемена. Из авангардистов в классике. Иногда быстро, иногда не так, не слишком. Но, причем опять происходит практически во все времена и практически в любом обществе. Я сейчас не буду называть, потому что это тоже часть предполагаемых наших планов, но есть книги, которые просто были под судебным процессом, которые еще недавно в передовых европейских, а что такое там, скажем, 40 лет для истории, это один миг, еще недавно в самых передовых европейских странах были запрещены судом. И только недавно судом же оправдан. Понимаете, так вот, приговор выносить нельзя. Салман Ружди, автор сатанинских стихов, хотя бы считать, что это название неправильно переведено, когда ему стали звонить и говорить, что вам вынесен приговор по поводу того, что его врагом определенной религии, он все время говорил, что приговор никто не выносил, потому что приговор выносит суд. Меня просто велели убить. Это совсем другое дело. Так вот, очень часто мы велим убить. Иногда даже при помощи законного приговора. Лев Абрамович, я хотела вот перед тем, как сказать вам спасибо большое за разговор, уточнить один момент. С какой периодичностью, если у вас какая-то периодичность заложена, да, в этом фестивале, мы будем видеть вот эти исследования? А вы знаете, если честно говоря, мы с определенным легкомыслием думали, что мы это сделаем в течение этого сезона и, может быть, половины следующего. А, то есть достаточно часто тогда? Оказалось, что это гораздо, гораздо сложнее. Когда мы делали вот такой фестиваль «Они и мы», да, то у нас была в руках постепенно отбираемая, но все-таки драматургия. Да, да. А здесь, условно говоря, драматургия приходится, материал для драматургии приходится находить, а затем эту драматургию самим создавать. Мне кажется, это колоссальная работа вот, проделанная, я, литературная. Я, говоря сегодняшним языком, не слабая. Понимаете, поэтому трудно очень гарантировать сроки, потому что это не производственное дело. Я надеюсь, что в этом сезоне мы сумеем еще как-то справиться с Флобером. Это был бы уже большой успех. Справиться с Флобером, это хорошо. А дальше будем. У нас есть целый ряд авторов и произведений, которые нам очень хотелось бы рассмотреть, потому что мы о них кое-что знаем, и потому что это вопрос нашего собственного личного восприятия. Но будем живы, будем двигаться. А мы будем следить с большим интересом. Вот. Спасибо вам большое. Спасибо. Это была телетрансляция, онлайн-трансляция телеканала «Санкт-Петербург». Мы были в Малом драматическом театре у Льва Абрамовича Додина, который вот буквально прямо сейчас отправится смотреть премьеру спектакля, который называется «Вакханалия Пастернака», посвящен Пастернаку и его роману. Вы можете посмотреть нашу запись на телеканале и следите за обновлениями. Всего доброго и до свидания. И приходите смотреть на малую сцену, мало драматического. Может быть, каждый что-то узнает, чего он не знал или о чем он даже не думал. Спасибо большое, Лев Абрамович. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое.